Всем здорово. Вот как у нас погода поменялась. Было так, что все таяло. Сейчас опять морозы, но сегодня мороз слабенький такой. Нету такого мороза. Ну, снежок сыпет. Короче, мы думали, весна придет рано. Она сказала, я потихоньку буду приходить. Постепенно. Так что как-то так. Сегодня 14 марта. Дорогу у нас тут задуло. О, переметы какие. Это надо будет опять нанимать, чтобы прочистили здесь дорогу. А так только пешком здесь проходить. Тут на машине уже не проберешься. Вон тут такой перемет, я даже не провалился. Вот прошел мои следы. Даже не провалился. Вон какая сегодня погода. Снежок сыпет, ветра нет. Красотища. Все, немного усилий, стараний. Ну и страданий тоже. И кардан на месте. Камеру не хочешь?
вон чего здесь. Пицца. Ну как такую красоту не заснять? Красотища. Сегодня прям весь город такой нарядный. Вот такую шеф гофру взял, специально просил вот сюда вот кучу от гитары и туда до панели, а там потоньше. Вот получается как было, и вот так вот будет. Красиво? Красиво. Гофра идет уже с разрезом. Вот, и в этот разрез запускаем провода. Потом в нескольких местах вот, изолентой замотать. Чё? Еще красота. Очередной рабочий день. То есть утро, иду с дежурства, 30-ка мороза, ощущается так, 24, а слезы вышибает. Ну, надеюсь, это все закончится скоро. Вот снимаем мы вот такой палец, который под конуса, под внешние с разрезом. Верхнюю вот снимали, верхнюю обойму, как называемую обойму, самодельная была, мы ее разрезали болгаркой, и теперь стягиваем самодельным съемником. И эта же шпилька, эти же гайки, только здесь сначала положили вот эту пластину, а здесь вовнутрь, чтобы она входила конус, шайбу взяли и еще одну шайбу положили, в которую гайка не проваливается. Вот, и тем самым сделали упор, и теперь вот баллоником крутим, и палец выходит, тем самым освобождается конус. Надеюсь, сейчас закончим это изобретение вот этого человека. Ключ вытащи теперь. Вот так вот палец выходит. Съемник, лайфхак. Пользуйтесь. На здоровье. Просто не захотели снимать кардан, разбивать. Крестовины целые. Вот. Можно было донкрат тут поставить, но так как оно все целое. Переставляем. Сейчас еще подложим сюда что-нибудь повыше. Вот сколько вытащили. Сейчас вместе с этой, с этим съемником будем вытаскивать. Дай монтажку. Дай. Монтажка. Жди. Ну, куда-то упереть ее просто. Пошел. Сейчас подожди, давай. Идет. Там выработки. О, сильная выработка посередке. Вот он и болтался. Вот выработка какая. Сожрала посередке. Это сточено специально. Вот такую шайбу мы подобрали. Вот, чтобы она была диаметром с палец. И чтобы она зашла в этот, в конус. Конус выпал, да? Нет, конус там остался внутри.
А, сейчас его еще выбивать надо будет. Вот. Легко. Вот он, конус у нас. Остался. Сейчас его выдавим оттуда, выстучим. Потоньше. Да, зубило вот, зубило наставь. Будем менять палец. Держу. Выпал? Нет, но наполовину вышло уже. Да-да, идет, давай. Давай. Ага, еще чуть-чуть. По другому краю, ага. Мимо. Хорошо, идет туда. А теперь по моему краю. По моему. Надо кардан прокрутить. Уперлась. Да. Сейчас монтажкой прокручу. Еще чуть-чуть надо. На себя вниз надо. Так. Как бы тебя. Ну все, вытаскивай, забирай. Вот и все. Обоймы самодельные. Наверное, с трубы под конус проточенные. Обычно ставят обоймы от каретки гусеничного трактора ДТ-75. Там роликовый подшипник, и вот обойма от него как раз тоже по диагонали вот так распиливают и палец растачивают под конусы. Будем ставить вот этот пальчик. Все, палец на месте, завтра еще пластину вот сюда заводскую поставим и еще перетянуть его, и все. Я раньше думал, зачем этот рычажок под сидушкой, оказывается, он эту двигает, регулирует сидушку, ездит туда-сюда. Вот оно как.